цены на лекарства на контроле специальной мониторинговой группы. Группа также будет контролировать наличие 200 наименований самых востребованных препаратов в аптеках. Среди задач группы также недопущение фактов продажи бесплатных лекарств. По словам специалистов, цены на лекарства могут контролировать и сами жители. Для этого на мобильный телефон необходимо скачать приложение «Дари.кз». В данном приложении 6141 наименование лекарств, на каждой указаны предельные цены. Также вне этого приложения можно направлять жалобы и претензии. Кроме того, можно обратиться за защитой своих прав на номер 109. О фактах искусственного завышения цен на лекарства в аптеках можно сообщить по номеру 109. Через 1-2 дня эта служба будет подключена.